И всем привет, наши дорогие зрители. Это я и мой друг. Дэвид Великолепный и мой друг. Наркоманию Демонию. Да, это мы слышим. Сегодня мы будем делать обзор сервера очень крутого. Это RPG сервер. Кому надо, мы, если не забудем, то скинем ссылку. Да, братан? Просто. Конечно, не забудем. Он никогда не придет раскидываться. Извини, Давид. Что такое? Я просто в шоке. А что ты такое? Представляешь? А что такое? Он тебя бьет? Нет, ко мне сейчас он придет. Домой? Да, короче, кому интересно, расскажу историю. В общем, играли мы в КС, и он начал меня обзывать. Ну, в общем, чувак в нашем городе живет. И говорит, типа, убьют меня там, короче, попрекает. И сейчас говорит, что, типа, придет разбираться. Ну, так вот. Я, наверное, рассказывать не буду. Думаю... Какой-то бомж нас пришел. Да не, он такой крутой чувак, видный. Но, блин... Пришел разбираться из-за того, что я его в КС выиграл. Нормальная выиграл? Причина. Супер причина. Даун. Даун. Напиши ему, ты даун. Надеюсь, я, наверное, горло перережет. Он такой тупой, что тебе не казалось даже. А, я вообще понял. Лети-лети отсюда, понял? Ай, ну ты сбрасывай. Ага, убей. Крутой сервер. Ай, меча, люблю. А я ножом зарезал человека. Кого? Ну там кого-то надо было посмотреть, а кого-то. Короче, РПГ. Покупка. О, мне 30. О, как много. Увеличение жизни мне не хватает. Класс. Чувака чуть-чуть бы и убил бы гранатой. А я чуть бы с ножа прикинь. Класс. Не, я с ножа убил чувака. Одного. Ну, сколько у него хп было? Ну, 500 или 400. Но... Я его стрелял с эмки, он походу не играл. Стрелял с эмки, а потом думаю, с ножа убью. Убиваю его с ножа и все. Ну ты про. А! Блин. Закрылась дверь. Своих не бросаю. Кто там был? Я своих не брошу. Ай-яй, мне кто-то. Блин! Ах, ебать. Отсюда. Мне вообще так быстро хп восстанавливается, я тебя отключаю. Мне так быстро хп восстанавливается. У меня всего лишь 120 хп. Я даже ничего не прокачиваю. Я и так бывает убиваю. Блин, надо быстро подняться. Да, я поднялся. Да, успел подняться. Все, я отключаю. Пойди, поднимись. Но если такая крутая мечка, я тебя отключаю. Я там только что был. А своих надо спасти. А, ты туда. Не успел брать просто. О, убил. Блин, я убил с дигла. Блин. Я своих тех оглушу. Меня, да? Ну да. А эти нет. Все равно мы говорим по скайпу. Да что там же? Не, я сейчас. Ну, не то мне дело, сейчас.
Ох, чувака, хочу там снес. Дигл валяется. Дегл. Ах, да он читер вот это. Шорти. Нет, шорти читает. Шорти. Ой, ты? А? Это ты? Да, пошли сюда. Я тебя даже не увидел где-то уже. Там есть телепорт такой, бачишь? Пошли сюда. Пошли сюда, вверх. Ты забрался с ним, да? Поднял голову. Это ты! Знаешь, кто это? Кто я? Ну, ты в джале, да? Ты в джале. Я пошел на другое место, я сейчас буду тут всех мучить. Блин, когда эта дверь открывается там, где телепорт? Сейчас я открою. И у меня так мало пуль. Я открыл тебя. Пошли. Смотри, идешь вот сюда. Не прыгай, вот сюда вот. Стоишь и вот так вверх поднимаешься. Чего ты ее успели делать? Ох, тут круто. Я знаю, тут типа крыси, что вот так вот. Я упаду сразу же. Не надо, сейчас один придет. Никого нету, сейчас посмотрим. О, там как. Блин, у меня оружия нет. Ты что, выбросил? Нет, я не выбросил, у меня пули закончились. У меня 30 пуль еще. 58 пуль. Он тебя убил? А, читер. Читер. А реально этот, как его там зовут? Скилл. Кто теперь с Дигла всех мочить? Я просто сейчас им включу все. Читы не надо. А им можно. Да ну он задрал. Пиши вот бан. А открой дверь возле телепорта. Да я не могу. Сейчас иду. Ты не убили? Убили. Но я уже там. Да ну. Да он реально читак. Да он не читак, он очень прокачан. Чтоб ты знал. Так а как он вот знает, что я за этой стенкой и одной пулей хочу там попадает? А там есть такая типа. Ты не поймешь, что еще может. Он пришел за тобой? Брат. Он пришел за тобой? Да? Еще нет. Киллер наемный пришел за тобой? Скоро придет. Откуда ты? Так хотя бы мама говорит. Кто говорит? Мама. Его? Нет, но я. Говорит, что типа скоро придет. Можно так сказать. Что я ему сделал? Выиграл его в КС. Вдруг он тебя реально побьет? Меня не побьет. Ну, скорее всего, я его побью. Ему ж 9 лет. Ему? Да. Он малой, он из-за этого и обидел.